В Тобольске самосвал провалился под лед реки Иртыш. Дорогостоящий грузовик «МАН» спасали тракторами, самосвалами и грейдерами. Инцидент произошел накануне на зимней переправе, соединяющей левый берег Иртыша в районе деревни Бекерево с центром Тобольска. В летние месяцы и межсезонье транспортное сообщение здесь осуществляется с помощью паромов, зимой по льду. Провалившийся самосвал принадлежит ДРСУ, организации, собственно, и отвечающей за эксплуатацию ледовой переправы. Движение по льду в Тобольске официально еще не открыто, и дорожники занимались последними приготовлениями. В частности, самосвал привез песок, чтобы отсыпать им, пусть и пологий, но все же спуск с берега к реке. Но то ли водитель «Мана» не увидел кромки берега, то ли тяжелый грузовик стащило с берега вниз, только и сам самосвал, и весь его груз оказались в реке. Руководство ДРСУ не стало обращаться к спасателям, а своими силами вытащило изрядно поврежденный грузовик из-под воды. Заняло это немало времени, так как близко подъезжать к воде машинисты строительной техники опасались. Но в итоге все закончилось удачно. Никто из людей не пострадал, грузовик ремонтопригоден, разве что открытие переправы теперь откладывается на неопределенный срок, пока вместе Полыньи не станет новый крепкий лед. Вообще в этом году тюменцам со льдом как-то не очень везет. Даже для строительства новогоднего городка на площади в Тюмени 160 кубометров льда пришлось завозить из Екатеринбурга. Вы только вдумайтесь, в Сибирь в декабре с Урала привезли лед.